Я, честно говоря, давно никого уже не разыгрывала на 1 апреля, поэтому для меня это обычный день. Иногда, правда, друзья пытаются разыграть, но такие шутки больше по телефону, чем какие-то, не знаю, там, существенные такие в жизни. Ну, раньше, в студенческие годы, это и звонки по телефону, не знаю, различные, там, не знаю, записки приклеивали, в школе помню, что записки приклеивали на спину, и вызывали, там, не знаю, в учительскую, а на самом деле тебя не вызывают. Ну, в общем, наверное, такие обычные детские такие розыгрыши. Но с квеновских времен, наверное, это стандартные такие правила, табу на потерю близких, на болезни. Ну, а так, в принципе, если корректно к любой шутке подойти, то можно красиво ее подать. Вообще, я на самом деле понимаю, что люди, когда находятся на мероприятиях, и они шутят для того, чтобы показать немножко, там, ну, показать себя, да, поэтому я понимаю, что здесь просто нужно отбить шутку и никогда не бояться пошутить над собой. Самый главный, не знаю, самая главная уверенность человека, когда он умеет шутить именно над собой. На самом деле в любой жизненной ситуации очень важен такой момент, как чувство юмора. Можно легко выходить из конфликтных ситуаций с чувством юмора, можно разрядить обстановку, имея чувство юмора. Ну, а очень помогает чувство юмора и с друзьями. Но самое главное, оно помогает круто в семье, с мужем, с детьми. Всегда можно любую ситуацию перевернуть и посмеяться над ней. На мой взгляд, чувство юмора либо оно врожденное, либо оно приобретенное, но нужно заниматься прям целенаправленно, заниматься, читать книги, понимать строение шутки, ну а дальше просто работать, работать, работать. Все, и только после этого приходит именно понимание, как строится шутка, и ты начинаешь уже начинаешь шутить. Именно заниматься юмором, мне кажется, это только сейчас это КВН, это студенческая лига, это Вологодская лига КВН, это стендапы, но и не отменяет литературу.